Доброе утро, друзья! 6 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. День учителя в Белоруссии, Казахстане, Латвии и на Украине. Всемирный день охраны мест обитаний. День российского страховщика. День архивиста Белоруссии. День памяти в Туркменистане. Праздник урожая в Германии. Фестиваль сельди в Финляндии. Ираида спорная в народном календаре. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Знаменательное событие. 1889 год. В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». В 1927 началась эра звукового кино. Состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». В 1955 году на парижском автосалоне был впервые показан необычный Citroën DS «Богиня», ставший третьим в конкурсе самых значительных автомобилей 20 века. 1977 состоялся первый полет истребителя МиГ-29. 2010 год вышло фото и видео приложение Instagram. Родились в этот день. 1940 год. Йозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР. В 1952 родился Владимир Гусинский, бывший российский медиамагнат, владелец новостного ресурса news.ru.com. В 1974 Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии ТЭФИ. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 15 часов 36 минут по московскому времени 8-й лунный день. День перемен, ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в который могут произойти непредвиденные события. После 15 часов 36 минут 9-е лунные сутки. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. В любом случае постарайтесь этого избежать. В противном случае есть вероятность быть наказанным за гордыню. Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие плечи. Вот такой он 6 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!